первых фазах. На последней фазе будут две метки, это ромбик и луна, о, и звездочка. Куда скажу, туда будешь становиться, если она тебя будет кидать. То же самое, перед притяжкой на последней фазе тебе нужно будет встать в центр, стоять в центре, когда я скажу. Просто хилишь рейд, следишь за своими стаками. Понял. Перед притяжкой я буду стараться говорить, чтобы вы ближе подходили. К примеру, если рейд стоит возле черепа креста, я говорю, подойдите ближе, подходите к звездочке, стоите у звездочки, продолжаешь хилить. Тебя притягивает, ты разворачиваешься быстро и бежишь в сторону ступенек от босса. Тем какой-то надо по резисту. Можешь от этого поставить. От холода. Да. Понял. У нас два стака за перезагрузку. Дайте ему, пожалуйста, сапфан. Возьми сапфан. Бафы на сердце есть, я так понимаю. Я первый начну говорить, если чё. Да, там кул. Чё, полдос? Прохиливайте рейд. Сейчас больно будет. Ауру. Хильте рейд. Они не бьют. Ага. Первый. Дайте им метки. Да. Танка. Кто танк? Главное рейд захильте. Сейчас умрут люди. Маврика сразу. Да, сука, блядь, хилые вагоны. Кто бьет, кто не бьет, блядь. Она всегда, кто на себя. Твоя задача танка просили. Осторожнее. Это гром. На пол, да. Маны нету, нихуя нету. Кто собачку вызовет? Ну, тоже вызов. Стою, блядь, АПКшу, блядь. Сейчас только прохильтесь нормально. Будет освобожденка. Ближе подойдите, притяжка скоро. Развернулись и бежали. Я уже не нужен? Посмотрим, сейчас не знаю. Значит, нет. Инер, если есть, постреляй. Ты далеко не уходи. Там сейчас побежали на ступеньки. Ждем метки. Захильте бета-тестер. Сейчас кто-то ебланить будет. Пока... Бета-тестер Иксион вышел. Череп Иксион. Вот бета-тестер. Спрятались за метками. Смотрим, в центре падает. Стоим за глыбом. Почти там же. Стоп, по глыбам, больше не бить. Следующий. Почти там же, в центре. Еще одно будет. В центре. Нормально. Упадет, может разбивать. Разбили. За стаками следить. Много не лутать. Невозможно бить, блядь, на янхе. Как и на мучке. Стаков много не набил. Бэров больше нет. Ближе подойдите, скоро прицел. Развернулись и бежали. Вернулись, идем дальше. Скоро взлетит. Ушли на ступеньки, ждем метки. Также крест череп, не забываем. Ханду где тут? Маврик, лапочка. Прячемся. Слева по центру. Стоп по левой губе. Правой можете немножко подбить, но не сильно. Справа близко. Слева далеко. Стоп по губам. Полностью стоп. Ты можешь тоже отбить. Справа, в центру, доливайте глыбу.
освобожденка, там повесили следи. У тебя что, кольцо не одето одно? Лол, ебать. Сиди сканет. Слетело, откатили. Ебануться. Ничего. Бежали, бежали. Мастер у меня выпустил из тебя. Давайте ляжем уже. Врать, поворачивай. Мне сложно, я тут потею, пиздец. Два раза больше. Давай от ДЦ спекнемся. ДЦ, люди не отбегают. Сложно. Да, там... Ну, коня, говорю, могу сложно тоже помочь ДЦ. Да нам ДЦ не нужен, она просто чтоб хил убегал на притяжке, все. Ну, я убегать буду. Не прячься. Выбор разбил сразу. Вон пускай танком зайдет. Да, Войт лучше похилит, я не тут, ну. Можешь на ДКшку зайти? Да как скажете, могу, на кого скажете, ну, если надо. Ну, человек уже КДП имел тот. Ну, я тоже про это как бы. Ну, что, он сейчас пока учиться будет, уже РТ начнется. Ну сделайте еще один, два, трая и снимите. У нас срезы? Зайду, пойду поем заодно. Там телепорт, 2 секунды сюда. Ясер, давай в ДЦ спекнуть 3 хила, блядь. И похуй, кто там сдохнет, не сдохнет. Не так, блядь. Вот хил сдохнет, и вы хуй прохилите 2 хила просто, вторую фазу. Вот и все, блядь. 3 хила. Я всегда прохилил, вольный. 2 хила, вторую фазу. Три хила оно берется, когда, блядь, хилы не справляются. А то он у тебя сдыхает по КД. Причем шаман. Значит, не сдыхайте. Ну. Так он просто тактику, возможно, не знает. Может, первый раз там вообще. Ну, да. Да? Ну. Зато я пока научился. Короче, буду нужен. Пойду есть пока. Да. Скажет. Приятно. Мешаю. Да. Благодарю, не мешаю. Спасибо. Я Лема напялю. Что такое бета-тестер? Там можно перекачать в этой, во второй ветке вот эту хуйню. Вот эту парашу шаману перекачать, и он просто будет в волка превращаться нахуй и всегда успевать. Он там не успевал, блядь. Да здесь и так будут себя спать. Слышишь стрелами? Стой поближе к боссу. Вот видишь, здесь звездочка. Минимум звездочки стой. Чтоб ты быстро долетал к боссу. Чем быстрее долетаешь, тем больше времени тебя, у тебя убежать от него. Понял о чем? К миликам прям не подходи, но возле миликов где-то за пару метров от них можешь стоять спокойно. Потому что как бы это не ХМ, здесь ничего не нужно. Кстати, еще без чарок, без сокетов. Профита очень мало от него. Просто, ну, ко мне, видишь, нету нигде ни в чем не вставлено. Да раз эта обычка здесь и так прохилит, но он же не умер. Ну все. Давай посмотрим, как они прохилят. На вторую фазу я не знаю, первую я тут, блядь. Все, садитесь, все рыбы есть, кроме хилов, хилы хилить. Поехали. Я бы сразу лицешник аспект. Потому что это залупа, а не хил. Она походу первый раз только дышит. Да, она только первый раз не бинит. Напомню. Вижу есть. Два хила с удачненка. Не лутайте лишний урод. Подходите, сейчас притяжка будет. Как можно ближе. Развернулись и бежать.
стоим на ступеньках, ждем метки. Крест череп вынесли. Ренес и... Ренес прям в череп встань. Чтоб за нас не залетали. Иска подошел. Потом разобьем. Слева, прячьте. Прячьтесь, не латайте урон. Потом доразбиваем. У них хп мало, ничего страшного. Почти там же падает. Стоп по левой. Сейчас разобьете. Последняя будет падать. Справа, близко. Разбили все. Просто сейчас убеждем. Сейчас босс стоит немного дальше, чем до этого будет, поэтому будете подходить ближе, чем звезда. Видишь, где Эрдру стоит, а там стоит. Да пизда. Развернулись и бежали. Я же говорю, ближе стой. Из-за этого не успеваешь убегать. Берн. И нормально. Уходите на ступеньки. Вот Маврик. Теля, ты сейчас замерзнешь там, блядь. Это за пиздец. Лучше его сразу поднять. Не добивайте только. Ну уже ничего не сделать, сейчас никто не захилит уже. Типа можно фан. Слева, написал, прячьтесь. Он написал, ему свет охнули перед заходом. Кто? Шаман. Средняя. Разбивайте. Тестер. Для того, чтобы дамажить хиль теперь. Можешь тупо меня хилить. Себя. Типа инфа сотка, он соло не знает. Дрон рай. Это тестер на мне. Ну, хилю ебать, что да. И, кстати, и по ДПС у них походу. Убегайте. Стака мест. Ближе друг к другу стоит. Тестер сечет с пухом. Рейд. Поднажмите 2 секунды. Взлет. Ушли в лестницу. На районе сопрохил, Маврик. Будет Маврик вышел. Четвертая взлетка, если что, это Берса. На второй не убьем. Мы успеваем, да. Справа близко падает. Ну, типа, я такой уже проходил просто. Слева близко. По центру точнее. Да не дизмораль, Войт. Не-не, я просто уже знаю, что будет. Не в центре падает. Стойте. Слева не бейте глыбу вообще. Справа тоже. Сейчас упадет, будете убивать. Разбили. Ехали по бус. Два процента один. Смотрите, на меня освобожденка. Я буду ее. Бейл, давай. БЛ дай. Метку. Отдал. Первый урон. Сразу стаки сбросили и разбили.
А что ты не сказал, что она мне эта хуйня, блядь, а стою тут ебладырю. Ага, зашли с этим. Блин, вижу. В центр следующий МРСС. Прохильте его. Ну, Войда захил. Стоим, ждем, не разбиваем центральную. Отошли, ждем до конца каста. Каст пройдет, потом разбиваем. Бля, разбили. Два раза притянуло. Отходи. Меня прошло. Если есть стать. Следующий тоже можно врон. Ну, не просили, где уже. Щиток попробуем, да? Сразу разбивать. Ну, из гимна нету никакого. Что я умер? Не, ну, во-первых, у него хил голый, грубо говоря, там можно шмот снять и так же хилить. Во-вторых, он ничего не знает. Ну, как бы, ну... Даже если ему сейчас волка вкачать, он просто хпс отдаст, что голый перс, блядь, на второй фазе, и лапочка просто в одного не вывезет, это хилить. Вот и вся история. Давайте зайду, помогу да еще. На ком заходить? Могу на ДЦ нормально по хилю, либо на танк. На танк там. Ну зайди на танк, херсон. Лучше на танк. С холипалом вообще, блядь, шикарно было. Мы хилили, блядь, даже в левитером вообще я не чувствовал ничего. Я... Так мы в одного танка можем с ДЦ-шником. Я вообще спокойно выкилим с собой. Тут эрдру у него. Я зайду. Зайди просто Саня на танк, и все, он свой спекнется в хила и будет эрдру холипал. Как ж... Так скажешь, как скажешь. Шкаф, дай Диксон. А стрела это кто? Это пук какой-то или кто это? Это за кильди, не знаю, какой-то человек. Ну, короче, новенький. Ну, просто не в обиду новенькому там, но... Не подходит он сюда, типа. Вот в кару ему там... Я понял, да, рано сюда пришел. Ну, типа, если бы ты еще знал, может быть, что-то и можно было, но все равно там... ХПСик 3000, это на второй фазе очко просто. Просто бы талк не прохилился еще. Ну так как бы. На кого квест был? Кровь. Это, на кровь. А в 25-ке был. Ешьте рыбу. А чумку в 25-ке был. Саня как раз 15 минут сопрота остался. Я вчера талик на сову забрал. Блять, полчаса, я, короче, сюда опять голодный на РТ пойду. А, блять. Тоже буду. А пойдешь на замену в начале, чё ты? Ага, сейчас, ебать, буду я, блядь, ребра проебывать. Блять, сказали, как резало. Зачем тебе там гринтроль? Я беру. Заказки раздал. Лапочка, дай Инер, повойду. Подожди, блядь, подъемся. Сейчас там 10 секунд. Тебе хиннер, ману, на 3 хиннер. Кто МТ-ш? А, я ж не там, я ж не хил. Забейте. Галь, или кто там скажет, когда дать тебе истерию? Можешь Парайлос сюда кидать. Может, только шнуркам она ниже. А, окей, я Парайлос. Окей. Блядь, звоню. Блять. Кто-то начал получать. Галя истерию, да? В смысле вы пиво не взяли? Сейчас я микрофон выключу, но я тут. Без пива я. Пошел разбираться, блядь. За пиво и лос для упора. Этому истерию, тому истерию. Всем истерию. Окей. Че там, Галя здесь? Вон, стрела, если тебе интересно тактики на этих двух боссах, ты хочешь их выучить. Стрим посмотрим, вроде включи. Я включу стрим.
Хорошо, шнурки пришел, не? Бегаем. Пиздец запускаю, Саня, первый будешь танчить. Я буду? Да, у меня мясов до хера. Вы где топор напуливаете вчера? Знаете, я, правда, сам ни разу босса не танчил. Просто разворачивайся. Да, я это знаю. Я могу, не знаю. Можешь агро набрать, я заберу, потанчу дальше. Да, не ладно, потанчу. Ну, вроде же нормально поставь. Да. Вань, подойди чуть ближе. Райлз. Что-то нормально. Ближе подошли все хилы, РД. Сейчас притяжка будет 1%. Вадим, далеко стоишь. Разверни, сколько летел. Все под контролем. Все, стоим, ждем метки. Рейлы сводит. Пути-пути. Спрятали справа, в центр падает. Не трогайте лучше. Блять. Пальцы не вешайте мне. Поздно, он уже висит. Я увидел, поэтому сказал. Ты че, осторожнее, блядь. А пусть Галя просто не бьет еще. Справа последняя падает. Упадет, может, и да. Это какая была? Добили. Дай карточку, пожалуйста, как рыба. Сейчас. Вот видишь, сам, поздно вышел. Сразу, когда вот четвертый только падает, ты уже выходить будешь. Окей, okay, ну вроде нормально. Я специально так. Ну ладно, не, окей, это старт. Идем. Молчу. Ты командуешь. Кастерский дебаф можно поймать. 7 уже пиздец, думаю. Кирлиды добавилась вообще сладость. Сейчас будет дыхание, все дыхание будет притяжка. Ближе подошли все. Развернулись и бежали. Бьем дальше. Через 5 секунд взлет. Бежали. По где топор? Freedom Boy, да? Dixion, MSS. Отошли от них. Пока нашел. По центру слева, осторожно. Центру слева далеко. Стоп по глыбам, вообще стоп. Центр справа. Еще одна. Там же падает. Саня, беги, разбили. Вот тут, куда стоять? Вот тут должен стоять. Далеко бегать. И чуть-чуть ближе подверни. Иначе хвостом будут отлетать люди. Ближе подходите. Стоп по боссу. Полностью стоп по боссу. Никто вообще не бейте. Если переведется на взлетке, нам жопа. Развернулись, убежали. Ебать. Переводить. Переводить. Один цен. Вставай. Не, нет, у меня КД. БР. Первая в ромбик. Dixion в ромбик. Захил Dixion. Прожмись, если чё. Разбивайте глыбу в ромбике. Лапочка, осторожней, стаки.
добивайте его быстрее. Лапочка в центр, прожмите дубовую нож. Стоите в центре, ждете притяжку, не трогайте его. Можете до пол хп побить. Беги, малышка, беги! Сейчас каз... где-то пор... Разбили центр. И сразу ромбик. Там танк. Меняй сразу сами. Диксион в ромбик. Где топор прохил. Сброшу стаки, потом разобьете. Гера еще есть, Лёва. Сейчас добили. Тестер. В ромбик на балладно, что это? Разбили его. Следующая метка тоже в этот звезд. После следующей метки будет притяжка. После притяжки дадим. Полки не катал. Стоите за ней, ждите, сбрасывайте. Гимн на хп читай, прист. Гимн на хп, да? Да, давай, гимн на хп. Ярик. Сейчас притяжка должна быть. Иксион, рандик, становись. Две потом разобьем. Ладно, добивайте. Отошли. Я забрал, иди. Разбивайте все остальные, давайте играйте в босс. В ромбик встань. В ромбик разобьете там-там. Разбили ромб. Поменяешь. Вот. Может, Геру? В любое место становись, без разницы. Прожмешься, если что. Играйте в босса, просто метки лево-право выносите и все. Просто метки лево-право и все. От рейда. Вы сейчас будете без хила. О, да, уже все. Разбейте только сейчас его. Ты пока. Ебануться. Все, наличие, идем быстрее. Я могу на ДЦСника зачем, ну еще там два танка, один милик у нас. Типа, можешь, ну, как-то стрёмно. Почему? Один милик какая, просто... Какая? Так быстрее убивается намного, чем в два. И проще в какой-то степени. Из-за того, что быстрее. Да, давай, давай. Не, вы смотрите сами, мне типа похер. Давай, давай. Заебись. Потому что здесь. Один милик... По факту, просто когда будет умирать Шеркарь, нужно будет этому шнуркам отбежать от духов, и все. На тебя прыгнет чума. Осторожно, не сагри. Че, я тогда в ретрике, да? Не сагрите Вальку. Хан. Слышите, че, я в ретрике тогда? Что тут намутили опять? Не надо придумать велосипед, типа... Как скажешь, не похуй. На ДК или... Я помню, как... Ебать, как она сама? Обычно. Короче. Как вы заебали? Надо... Бей, бей, бей. Не ДК или прессом. Иди на ДК. Просто иди на ДК. Я на минуту отойду. Отводи ее сюда, okay. Давай убивать, нахуй. Хули вы стоите, смотрите, блядь. Да, давайте, у нас полчаса до РТ. Не надо раскидывать. Сюда, наоборот, иди, чтобы та вторая не сагрилась еще. То вдруг сагрится, фон налетит. Соло таргет, просто череп, все. Ну-ка, офиряется он. Зато станется. Вот стан можно было в каз делать. Сейчас стана нет уже. Че, решили два танка, да? Рдру хапал. Как хотите. Тогда я на ком, на лече или на трэш? На лече будет, я на шаркаре. Пробегаем быстрее. Тут душа еще... На что же не пустит, наверное. Да, не пустит. И Валька летит, смотрите, она прям близко уже. Поэтому я говорю пробегать.
потом не ждать. Ёбать, падла. Ты же вторую хуярить, да? Я... Мана, у всех есть что-то надо кому-то, что-то. Там Марсесовка. Хаунт. Марсес Гладиус. Срочно, мне 5-10, мне 5-7. Нихуя себе. Может, там какой-то гламур еще подошел? Не, он написал своего лука не будет сегодня. Короче, вчера РДРУшник забрал травму и похилил на лане с ней. Что-то 70 тысяч, ну, отхилила она. По хуйне, короче. Нихуя себе. 70 тысяч, хуета какая-то. Ну, не знаю, как это вообще. Все, Марсес тут уже. 11 тысяч хпс на выходе. В смысле, 70 тысяч хпс или 70 тысяч всего? Долго Марсес. Она нахилила. Фонтан света, не хпс, а конечно. Ну да, херня, как. Плюсик поставишь, как готов будешь. Вадим уже 250, ебать. Мань, Вадим, кстати, на трене полное говно. Лучше купи за ОД 245. Пыль? Вот это дерьмо. В общем, ладно, я запускаю. Думаю, Марсес к тому времени придет, если он минуту писал. На кого будет вешаться, чума ко мне будете выходить. Здесь буду стоять, сразу посмотреть. Я понял, Сань, заберу шаркаря и буду по одному мелкому забирать. Их если что, не будешь с меня собирать там. Чтоб подстакивать, тебе понял? Здесь Сань не услышал забирать. Говорю, шаркаря? Я буду шаркаря здесь держать и буду по одному мелкому, как надо будет отличаться. А, окей. Okay. Ярик, нажми баф. Ману сажу за тебя. Хватит тебе. Рыбка есть. Да, рыба стоит. На пол уходит опор. Далеко поставил, но... Мелких пытайся забирать сейчас. Можешь мелких понахуливать. 4, 3, 2, 1. Короче, мам будет. На мне без прав. Тебе. Сейчас одного мелкого заберу. Диспел. 4, 3, 2, 1. Садись. 3% перев.
Уходите на перефазу, добивайте мелких, которых, на которых танк. Шаркари умрут, буду помогать. Хант на сферах. И остальных них духов будет. Меня вот Аллах бьет. Танка достройте, не забудьте. 4 на ману, пожалуйста. В хэме, когда в 25-ке будет, вот эти вот сферы, когда убирают таргет, то человек должен отходить от рейда. Ничего. Я ты загнул за 25 хэм. Танчи духа. Я сейчас заберу. Сверху сразу развиваем. Уходим на перефазу, под лицо явного никто не лезет. За спину лечи. Все встали абсолютно. Речь. 3, 2, 1, БЛ. Геру, Геру, Геру. КД, блин. Вальку залил. 3, 2, 1, разошли. Осквернение. На шнурках от него ушли, добили Вальку, дальше бьем Лича. На маленький круг разошлись. Маленький круг. Ушли осквернения. На мне. Выбивайте шнурку. Ну, Вальку убивайте. Можете стан. Дайте стан. Продлите, если есть. Все, остановим себя. Сначала лужа. Чуть ближе поставлю в центр. А, так, 3, 2, 1, разошлись, оскорбление. После заражения. На Диксионе от него уж. Прохил танк. Сейчас Вальки будут, за спину встали. На Диксион. Лока прохил, Лока прохил. Просто бейте босса. Да, просто бейте босса и Лока хил. Разошлись на оскорнение. Вы хоть когда меняетесь, скажите, что он займет. Бьем дальше. 4, 3, 2, 1. На спину стоит. Малька сюда пить, ровно за спину лечит. Хорошенько там. Мы идем за Валькой сейчас. Разошлись оскорнения. Не занесите сюда там девалька. Ушли. Играйте все в лицо. Похер на Вальку. Гим, на хп читай, на хп читай. Чувствую. В лича, говорю, играйте, похер на Вальку. Все, прочитал. А он не по тебе прочитал, да. 4, 3. Ушли на перефазу все. За танком. Диксиона быстрее. Если есть, Саня, можешь отдать этот массейв. Диксиона, иди под лицо. На ману зачитай, пожалуйста. Да, читаю. Сфера сейчас получше играть, ей в два раза больше появляется. Хант сфера раз. Он для сфер. Оттягивайте духов, чтобы они духов не стояли скрыли. Один за другим медики, чтобы могли бить.
Заберите, Свара. Дух. Сфера быстрее, хан. Ты дестроер держишь ключ. Сфера добили. Играйте в духа, духа под лича подведет. Войда захил, Войда захил. Добили. Перебегаем на другую сторону. Все. После осквернения подойдете. За спину остановите. Сохранение, шнурки. Переведу немного. За спину быстрее вставь. Саня, лови дух. Кажми чуть-чуть, я, блин. Хорошо. Переходим на другую сторону. В центре никто не бежит. Лево-право. За спину стоит. Вот есть бабл, поймай бабл, он духа. Саня, уйди, пусть ловит бабл. Ледяная скорбь жаждет крови. Разошлись осквернения. Ну, вот, нормально. Ко мне подходим на эту сторону. За спину сразу становимся. Ярик, поймаешь дух в тучке то. Сам тоже лови, прожим какой-то, правильно? Каплю баб. А, бабу есть. Нет. Тогда мастера урна. Я, бать, нажал уже штучку. Нет. Скорее, разошлись. Бегом, 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 бегом. Перешли на другую сторону. 6% добиваем лича, за спину становимся все. Дайте геру. Для павшего геру вот сейчас пойду. Сань, лови духа. Не, у нас не было ее просто. А, нет, была. Добиваем до конца 1%, успеем до скрытия. Все. Короче, вагон. О, так еще по... Ну, самое крутое, что ты сделал, это гимн на ХП. Это самое крутое. И на ману нормально было. Я на ману тоже давал. Ну, на ману, да. Сейчас вагоны получат ачивку. Просто ценность приста, она очень высока. Приз это охуенный класс. Ну, так. Раньше на X2 это была проходка. Носите каски. Проходка в 10 гер? И в 10 гер, и в Карухэд. 10 гер, по-моему, там Зулеман нужен был. А вот да, это, смотрите, пацан Суин... А, это, блядь, не ваша гильдия. У нас челик получил носите каски достижение. Это сложная чего, блядь. Ну, в яме бежать по туннелю, где глыбы падают на голову, нахуй. И не словить ни одну всем пяти челика. У меня как есть, кажется. Это прям если... Уже это не счастливо на всех. Че вы, блядь, въеживаете? Сейчас я вам скину. Может, баг какой-то был там, нахуй. Сложное чего. Там на надо... Себе, блядь. А IQ плюс 100 надо, нахуй. Я хотя бы колечко полутал за рейп. Разбить эти оковы. Правда, еще без сокета, ну ладно. Я пока что духа убил внутри, ёб твою меч. Вообще вам там его убивать? Ты прохилилась он? Истерия в музыке. Ну танку только... Это вообще бил... Ой, бля... Бил... Ебать, можно... Бил... Рост... Посох, если Дексионе надо, уступить Дексионе, потому что он у него же мейн. А, у него не надо.
посох параша. Марсезу или Дексионе? Марсезу, кстати, на фаер посох заебись зайдет. Ну, кстати, этот посох даже чуть лучше, чем у Дексиона. Тут крита. У него из ПДшки, по-моему, больше серфхендом будет. Не, на фаер отдайте посох, потому что этот, там крит нужен. А двуручки больше крита будет, чем с одноручек. Сове больше надо. Че, через 10 минут сбор, да? Или сейчас прям? Ну, сейчас, через 5 давай.